Здравствуйте, с вами Android. Андроидыч, сегодня хотел рассказать о очень интересной игре, которая называется Age Extend. Игра достаточно давно вышла, но она очень крутая. Я сам о ней недавно узнал. В игре вы можете принять управление, наклоняя планшет или тапать, ну как вы сами уже выберете. Давайте посмотрим саму игру. Выбираем первый, так сказать, нажимаем New Game, у нас происходит загрузка. Вообще, в данной игре все очень просто и как бы это очень круто сделано. Вот наш куб. Что мы должны сделать? Мы должны от начала до конца дойти. Как мы сами управляем? У меня настроено управление такое. То есть я двигаю палец, и он у меня сам двигается. Итак, мы с вами передвигаемся. Куб наш меняет цвета. Мы также можем, как видите, подниматься на различные препятствия. А мы, помимо этого, собираем различные кубики. Ой-ой. Вот так мы можем с вами падать и разбиваться. Но ничего страшного, жизнь тут бесконечна. И вот первому уровню мы должны дойти до конца. Давайте дойдем. Вот так у нас проходятся уровни в данной игре. Показана статистика. Давайте я низкого уровня пойду. Мне игра понравилась. Очень круто сделана. Она оригинальная, очень оригинальная. Напоминает, в принципе, дэндевские игры. И вот сам игровой процесс очень-очень затягивает. Несмотря на то, что графика, ну, тут ничего такого даже сверхъестественного нету, но сделано великолепно. Музыкальное сопровождение тоже очень радует. Я в него вот, как только данную игру увидел, да, я думаю, ее попробую. И реально мне она понравилась. С левой стороны сверху показана карта, да, которая показывает, где мы с вами находимся, чтобы нам легче было передвигаться. Потому что бывает, нам приходится заходить за выступы, и мы наш куб не видим. Вот. Я вот сейчас там прохожу, уровни достаточно сложные потом. Различные островки будут податься. Вот. И так вы постепенно проходите. Обалденная игра. Если вы данную игру пропустили, советую обязательно в нее сыграть. Потому что она того стоит. Вот. Потому что реально очень-очень оригинально и, главное, качественно. И главное, свежо. Хотя игра вроде вышла в 2012 году. Ой, опять я падаю. Вот. Вот видите, уже препятствия более сложно нам попадаются. Вот. Которые нас пытаются сталкивать вниз. И вот так мы с вами проходим. Играем. Вот она реально затягивает. В нее играешь, и реально в нее интересно играть. Каждый уровень прямо затягивает. Вот. Интересная игра, если вам нравится данная игра, советую в данную игру сыграть. С вами был Android Android. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.